о визите членов Общественной палаты города Твери в составе официальной делегации в сопредельное дружественное государство. Тверичане посетили 12-й международный экономический форум в белорусском городе-побратиме Орше. В течение 3 дней площадка форума была центром сосредоточения деловых возможностей и культурного обмена, местом для обсуждения инвестиционных перспектив, инноваций и международного сотрудничества. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Ключевая тема форума «Экономическая интеграция, новые возможности инвестиционной активности» подчеркивала стремление укрепить деловые связи между регионами и городами, партнерами Орши и Оршинского района из России и Китая на основе опыта и компетенций. Форум предоставил платформу для обсуждения широкого спектра тем, начиная от инвестиций и инноваций, завершая вопросами качества продукции. Разнообразные дискуссии и презентации позволили участникам обменяться опытом и идеями в разных сферах. Обсуждались вопросы сотрудничества, как с городами-побратимами, так там отдельная секция была. Еще один был важнейший вопрос – это цифровизация. Цифровизация во всех сферах. Получилось очень интересное обсуждение. Цифровизация в глобальном плане представляет собой концепцию экономической деятельности, основанную на цифровых технологиях, внедряемых в разные сферы жизни и производства. И эта концепция широко используется во всех странах без исключения. Главная цель цифровизации – сделать жизнь современного человека более комфортной. Также на форуме были заключены определенные договоренности в спортивной сфере. На День независимости Беларуси планируется футбольный товарищеский матч между футбольным клубом Орша и Тверской футбольной командой. Это очень важно, потому что команда это детская, то есть для развития детского спорта это большой плюс и большое, так сказать, спортивное развитие для нашего города. Сотрудничество Твери и Орши началось 10 лет назад. В рамках форума были организованы выставка предприятий города Орши и других городов Республики Беларусь, посещение образовательных и культурных учреждений. Члены общественной палаты, которым посчастливилось побывать на форуме, считают, что русские и белорусские народы объединяют общая история и культура, а также обширные родственные связи и теплые дружеские отношения.